В клиническом центре имени Логинова открылся еще один дневной стационар для онкобольных, чтобы пациенты не остались без лечения сейчас, когда другие клиники перепрофилируют для борьбы с COVID-19. При этом принимаются дополнительные меры для защиты от вируса тех, чье здоровье уже ослаблено другой тяжелой болезнью. Об этом в репортаже Анны Балан. Центр разделили на дневной и круглосуточный стационар. Вход через отдельные двери. Возле входа в приемное отделение установили вот такие специальные боксы для дезинфекции. Здесь есть санитайзер для рук. Автоматически измеряется температура. После этого пациент проходит вот в такой шлюз, где в течение 10 секунд распыляется специальное средство. И только после этого можно заходить в здание. Перед госпитализацией обязательно для всех тест на коронавирус и КТ. Потом пациентов отправляют в обсерватор. Здесь они ждут результатов.